Лесные границы под контролем. В городском округе Щелково государственные лесные инспекторы Московского учебно-опытного лесничества регулярно проводят патрулирование с целью выявления факта самовольного занятия лесного участка. В ходе осмотра лесного фонда, граничащего с участками СНТ «Восход-4», выявлено несколько таких нарушений. Законом, а именно статьей 7.9 КоАП РФ, за это предусмотрена административная ответственность. После проведения патрулирования и фиксирования данных правонарушений составляется акт патрулирования, где прописываются выявленные нарушения. В последующем лесничеством проводится работа, направленная на установление собственников участков, то есть лиц, совершивших данное правонарушение, в связи с чем они будут вызваны на составление административного протокола. И, соответственно, в дальнейшем будут приниматься меры на устранение ими выявленных нарушений, то есть освобождение лесного участка. В 2023 году инспекторами на территории городского округа Щелково был выявлен 71 случай нарушения лесного законодательства. А только за первый квартал этого года уже составлено 46 протоколов. Нарушителям, физическим лицам грозит штраф от 20 до 50 тысяч рублей. Рассчитают и сумму, которую необходимо будет заплатить за причиненный ущерб лесному фонду. Виктория Мельник, Сергей Максимов, Щелковское телевидение.